Вчера Мариупольское музыкальное училище отметило полувековой юбилей. Работники учебного заведения, его выпускники и студенты принимали поздравления от своих гостей в драматическом театре. Своих коллег поздравила директор музучилища Валентина Андронова. Я хочу привітати колектив Маріупольського музичного училища, тому що успіх кожного навчального закладу залежить перш за все від його колективу, від якості професіоналізму педагогічних працівників, від злагодженості роботи всіх підрозділів. І я пишаюсь тим, що саме такий колектив високих професіоналів, творчих, небайдужих людей я очолюю. Почетными грамотами Донецкой областной государственной администрации были награждены лучшие сотрудники музучилища. С поздравлениями своей альма-матер в Мариуполь приехал суперфиналист шоу «X-Factor», выпускник Мариупольского музыкального училища Александр Кривошапка. В своем интервью «Мариуполь ТВ» он рассказал, что весь свой базис и музыкальный, и интеллектуальный, и технический получил именно в этом учебном заведении. Гигантский вклад в это все это моя мама, это самый главный мой преподаватель, мой руководитель. Ну, конечно же, Лариса Николаевна Калери, которая была моим преподавателем по специальности. Конечно же, весь преподавательский состав теоретически в музыкальном училище, они все воспитали меня, прежде всего, музыкантом. Это может звучать просто сейчас как комплимент родному заведению, но я на самом деле так считаю, искренне считаю, что свой фундамент я получил именно здесь. Нынешним студентам-музыкантам, тем, кто учится именно классической музыке, Кривошапка пожелал не сдаваться и не уходить сугубо в коммерцию. Компьютеризировалась музыка, очень много современных течений, которые не предполагают использование музыкальных инструментов, но очень важный момент классическим музыкантам и музыкантам, которые растут именно на классической академической музыке, не сдаваться, не уходить в коммерцию, потому что только благодаря настоящим преданным работникам искусства сохраняется классическая музыка в том виде, в котором она есть. Я на самом деле не преувеличиваю важность этого, ибо музыка, как и любой вид искусства, это лицо человека, это лицо нации, это лицо народа.